Да, ну и трэш, конечно. Трэш-стример. Так, а что я хотел показать? А! Подкрадулись свои блатные сломоды. Я купил, лично купил. Понял? Так. Ой, блядь, тоже не то. То Не, есть, ну. по-твоему, все консольщики чмари? Я О, консольщик, и я этим шлюпок горжусь. майонезный. Братишка, да нет, не все. Бывают исключения, что называется, в семье не без урода. Спасибо, солнышко. Спасибо, шлепок майонезный, блин. Спасибо, бусочка. Вот такой у меня лук. Вот такую куртку бэмбер я себе купил, смотря. На ломоте. Да, это я себе купил. Смотря. Привет, придурок. О, батва! С тобой поздоровались. Что молчишь? Что значит китайская паль? Объясни. Как это китайская? Ничего, что это аретира металита. Как она там? Аретира, аремира, мите, мильтери. Ничего? Что это бренд Италия? Позорище. Как после такого тебе донатить? В смысле? Так я на твой донат их и купил как раз. Это вообще-то блатная обувь, это не просто тебе Adidas или Nike какой-то. Это бренд такой, Altera Militaria. Я больше ничего вам не покажу, абсолютно. Трич, я надеюсь, что здесь. Жди прилетку, брат. Не понял, в смысле, вы что, придурочные клоуны? Чё, сука, хуй? Ты той твари просишь, чтобы он, сука, впечатлил мои ботинки? Чё в них не так, пидор? Ты нормально себя вести, сука? Быдло, сука! Нахуй всё. Скажи, что они нормальные, ненормальные, блядь! Давайте нормально, сука, общаться! Нормально общаться по факту! Если, сука, они ненормальные, объясни, чем, блядь, они ненормальные! Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС2 и фарми зимнюю операцию. Дистрибут Кристаяно и Ликензиаратио и Фекале в Марчио. Это 44 размер, кстати. Тут даже есть голограмма, пи***ц. Деду, понял? Так есть понял. Вот это хуя штрих-код, типа проверка. Оригинал или не оригинал, тварь? Удобно и стильно. Так. Дистрибутио да Кристиано ди Тиане спа. Ликензираю и фикиале, марчо, аэронити, ау, еронатика, милтария, шнекерс, дистрибутит ба диструбит Кристиано, ликенза и фикиале, дел аэронитика, милтарик, термите, дефиза, сервизи, спа, аэроновтика, милтария, ки оригинале, авторизато, аэронатика, милитаре, пи***р! Оригинале авторизато! Тебе чем-нибудь говорить, ты быдло! Дед, просто смирись, что ты одеваешься, как тут типичный самарский колхозник, который типа чел. Круто одевается, чтобы поехать в город. Бамбер, джинсы с черепами и какие-то тапочки плюс БМБ. Набор собран. Рот закрой. Тебе никто не давал слова.
Посиди, родной, на попе ровно, чтоб твоя попа... Ну, если честно, то Аэронаутика Милитари — это ВВС Италии так себе бренд. Тем более, они вроде как не выпускают обувь, а только одежду в военном стиле. Ты че, блядь, отправил деньги в НАТО, что ли? Не да понял? Иди ты! Это одежда на ломоде! Какое НАТО, блядь? Что? 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 Качественно, видишь, какие кожаные. Купил на донаты уборщика Путина. Учила оригиналы. Убирай эту хуйню. Пошел. Мне ты. Плохо. Это оригиналы. Эта модель стоила 28 400 рублей. Ха-х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 а
там не было моего размера 43-го. Я 44-й взял, типа, ну похуй, там носок потолще, буду, ну, носить нормально. Она, типа, последний размер оставался, 44-й по скидке забрал. А там где-то тысяч, там, может, 13 за них отдал, 15, может, 16, что-то такое, ну, меньше двадцатки. Оригиналы ауторизато. Понял? Это по-итальянски. Ну, это край, BMW в кредит, пальс ламоды, стиль колхозника. Думает, что ему 3 вместо 34, Тима молодой типа в теме, но кринж полный. Ой. Я сейчас оденусь на камеру. Посмотрим, что вы запоете, как он на мне сидит все четенько. Вот почему стримит так часто от экрана. Все бабки на прикид в ламоде ушли. Известно же, что на ламоде одна паль продается. Для скуфа сойдет. Ча? Че вы, клоуны? Ча? Ах, какая женщина, какая женщина! Че вы? Мне в такую шляпу запихерить! Че вы, мать? Ну че? Че? Че это? Вот так вот я хожу. Мы не тратим время и силы на производство айфонов, машин таких, мерседесов. Потому что за нас холопы их делают для нас, понимаешь, всякие немцы вот эти вот. А мы не тратим, мы умные, мы время не тратим на производство этого, потому что для нас уже делают, понимаешь. Поэтому да, вот. Хочу отвлечь ваше внимание, уважаемые зяблы, от этих тапкошлепок из Тайваня и обратить его на эти джинсы с черепками. Челу 34 мастерит трактор в гараже и одевается как инфантильная 16-летка. Штаны просто пи***ц, сними, не позорься. Лучше хуем резиновым помахай. Я не мужчина, я не мужчина. Бэби, пиза. Я не мужчина. Ай, блядь. А чё такое? Чё? Это бэмбер, чё? Это бэмбер. А ты чё, дебил, в куртке ходишь? В дурке гардероб закрыли. Чё, долб***а, показ мод включены. Я на показе мод для чела. Чел показывает лук свой новый, весенний. Что это? Хорошо, выглядишь красиво. Настоящий петух. А на ламоде одна паль. Эти кроссы в подвале шьют. Чё? Да иди ты, блядь.
А чё такое? Что-то не так. А? Нормальные штаны. Абсолютно нормальные штаны. Ну и что? И что? И что? И что? Обычные что? Штаны. И что? И что? Штаны как штаны. Ну штаны и штаны. И что? Ой, блядь. В чем и дело? Что? А? Что? Штаны что? Да, чел. Что не так в штанах, да? Ну, объясни по факту. Присядь на кортаны. Женщина, посмотрим на твое личико. Только ноги крестиком не ставь. Как ручки свои и смотри, чтобы штаны за 40 хрен не порвались. Это первое. Сейчас я еще вторые покажу штаны. Это праздничные называю, а сейчас покажу повседневные. Это праздничные, это только на мероприятия буду ходить, на блатные. Да ты ж никуда не ходишь. Рот закрой. Ты так показ моды от Жмышенко. Антитрич. Антитрич действия. Дед, не пойми меня неправильно, но такие штаны моя бабушка носит. Да пошел ты, блядь! Ну в таких штанах не то что Раля, а вся женская часть Смышляевки будет табуном бегать за таким женихом. Через несколько лет будет перенаселение, и на Вики напишут о программе увеличения рождаемости Жма. Вот, смотря. Чао. Чао. Чё ты? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Валер, а ты всегда, когда переодеваешься, задыхаться начинаешь? Спортсмен. Чела пылили в туннелях гиганты. Вот и думай. Штаны нормальные, кстати. Ну как? Я полная. Потому что там ну то есть нормальные. Ну чё, чё привет, скажешь? Брат. Как у тебя дела, брат? Классные штаны, брат. Они входили в комплект пижамы, и ты эту пижаму снял с мертвого бомжа. Брат, можно вытащить человека из деревни. Но деревню из человека нет. Раля его в сарае вместе со шмотками переселила. Лох попуск. Хай Дензел. Штаны во. Куртка во. Настоящий сливочный мальчик. Денис, теперь ты одет как черт. Скажи честно, тебя Раля водит по самарскому рынку, и ты как ебанат примеряешь штаны, стоя на картонке зимой. Ебаное село хвастается ширпотребом из Вьетнама. Пена цени лук. Ну как? Ну как? Этикетки мама снимать не научила, что ли? Это вот такие. Бамбер, кеды, узкие джинсы. Вылитый скинхед, только на лысо побриться надо. Ах да, ты уже. Лысина, лысина, от погоды не зависит, мать. Валера молодец. Крутые покупочки сделал, точка, хейтеры сосать лохи. Я вам покушать принес. Так, Серега звонит, что-то, бля. Сейчас, секунду. Сержик, что звонит, сейчас. Пошмекался. На школьников поорал, шматочки новые показал, донатики собрал. Ладно, ребят, ням-ням-ням. Сережа болгарочку просит привезти, ням-ням-ням. Продолжил прохождение завтра, ням-ням-ням. Да, это я сейчас и шо. Это в гараже. Привет. Телеграмма. Я, конечно, не эксперт, но кажется, чтобы пройти игру, нужно идти наверх. Блять, это пи***ц, сейчас выйдут уже. Или тебе на каблуках прыгать неудобно? Скачай симулятор мытья посуды и не бей людям специально удалю, потому что я ничего не прошел. Валерия,
Я не прошел игру, потому ни одну, ни вторую я по 3 часа позорился сидел. Я специально удалю, блядь, всем назло. Все понятно? Старый скуп собирает донаты и не звонит. Позвони. Картина «Великаны и защекан». Закрой, пиздак. А, ну хотя я согласен, да. Я про тех каменных, 2 защекана. Трич, фиксируй. Хоть что-то доброе на канале будет. Опять надебилили здесь меня. Нахуй-то скорее было, чел. Ну, штаны крутые, что? Не понял. Чем вызван смех? Да. Сука, я себя чувствую бэтбоем. Блядь, сука, страус, видишь, что? Эти твари, блядь, взяли, сука, и туда, понял, мой рот, глаза на страуса ебаного ублюдки. Да. Я вам больше никаких шмоток не покажу.